на жизненный цикл машинной индустрии. Но на другом конце лежит сверхмотивированность. Зато эти капиталисты бегают с вытаращенными глазами, с утра до вечера пашут, не спят, не едят и ужасно хотят, значит, заработать себе много денег. И в соответствии с идеей Адама Смита это движет общество вперед. Вебриан говорит, что если посмотреть на эти весы, надо понять, что перевешивает. И он принимает свое ценностное, интуитивное решение. Он говорит, что со счетом 100 на 99 капиталист все-таки выиграл. Но это не 100-0. Вот нельзя ли выиграть со счетом 198, потом 190 и так далее. И вплоть до сенсационного выигрыша 2-1, к которому мы очень стремимся. Проблематика техноэкономики проекта. Поэтому великий Юблин указал на главную проблему леса невидимых, на его чудовищную неэффективность. Это абсолютно совместимо с гениальной идеей Адама Смита, что а если бы не он, вообще бы ничего не было. И что это чудо, Господь каким-то образом создал силу, которая нас, корыстных, жадных, тупых, бодающихся, ни в чем не согласных друг с другом, каким-то образом аккуратненько стравливает и позволяет всей этой мешанине двигаться вперед. Но позволяла до некоторого этого. Потом она налетела в 19 веке на циклические кризисы, значит, капитала, и начались кошмары, и ответы на эти кошмары, и вот является уже 150-летней, 180-летней традиция, которую мы решили назвать на рабочем уровне техноэкономикой. Последнее письмо, которое я не успел написать, будет посвящено как раз элементарному атому, то есть мы пытаемся с коллегами, с Юрием Александровичем Мельюковым и с Рубеном построить простейший пример, где действительно человек торгует кирпичом, и вот мы приходим к нему, проектов не строит, инвестиции не ищет, у него все хорошо, к нему приходят какие-то, значит, добрые люди, техноинженеры, и помогают ему снять транзакцию. Но, к сожалению, это очень сложная задача. Я объяснял с самого начала, и Рубен это объяснил вот на острове Зентри всем, что для того, чтобы эту простую идею упаковать, требуется огромная оболочка в виде ядерной индустрии. Вот он развивает ядерную индустрию, а мы тут, тем не менее, на другом полюсе, инженеры и Пелаба, разрабатываем теорию атомных реакций. А на этом пункте я хотел бы, не дожидаясь вопросов, сделать технический перерыв на 5 минут, после чего ряд коллег, которые здесь присутствуют, я очень надеюсь, они откажутся от этой идеи, и вы тоже, не убегайте, сделать короткие реплики, там по 3-5 минут, и после этого мы перейдем к этой части к вопросам и ответам.